Я и мой хвост. Учимся понимать животных. Привет, друзья! Мы с Маруськой едем со свадьбы. У нас Маруська сегодня выходила замуж. Вчера проходил у меня стрим, и такой вопрос мне там задавали. На какой день нужно вязать собаку? Я сейчас вот просто не буду вам, знаете, вот эти все научные терминологии говорить по поводу того, что эструсы, предэструсы все, то есть из какого цикла вообще состоит половой цикл, скажем так, суки. Просто четко вот так вот вам зафиксирую. 10-11 день после того, как вы заметили кровь. То есть, понимаете, как бы, то есть надо быть уже готовым. Надо быть уже готовым, что вот-вот у вашей девочки, значит, если вы решили сводить ее, пойдет течка, да, она идет там по-разному, там два раза в год или один раз в год, в зависимости от условий проживания, где, в какой полосе и широте вы живете. И вы уже ждете, да, смотрите, собачка у вас вылизываться начинает, да, то есть очень часто начинает вылизываться. У нее набухает петля, берете обыкновенную салфеточку беленькую и по утрам прилагаете прямо вот к петле. Увидели капельку крови? Все, с этого дня начинаете отсчитывать. То есть 10-11 день, когда сука становится плодотворная, да, когда яйцеклетка созрела для оплодотворения, она начинает подпускать себе кобелей, то есть до этого она бегала, заигрывала, но прижималась. Еще один из таких вариантов. Вы накладываете руку вот так вот, вот на попку собаки вот сюда, и она начинает отводить хвост. То есть хвост так хоть стороночку так отходит. Это значит, ваша девочка готова к оплодотворению. Ну, еще раз хочу сказать о том, что меценатом и спонсором наших всех выпусков теперь является корм Bex для собак. Немецкая овчарка у меня перелиняла прям без всяких проблем, поэтому рекомендую корм Bex. Заходите на Озон. На Озоне уже корм Bex присутствует. Заслужите доверие и уважение. С вами был канал Я и мой хвост и автор и ведущий Олег. 10-11 день. Всем спасибо.